Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Если вы посмотрите на день недели, то сегодня суббота, а в субботу у нас, конечно же, выходит «Будет Даля Бочка». Покажите, пожалуйста, активностью, насколько вы любите эту рубрику, вообще зря я ее снимаю или нет, нравится ли вам вообще контент с дальнобойщиками или нет. Покажите на этом ролике максимально хорошую активность, давайте постараемся на этом ролике брать до 50 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. А для того, чтобы вам хорошенечко стартануть и заработать денег, конечно же, вводите мой промокод, его можно вводить на любом сервачке, пишите ссылку. HMM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите просто самый лучший промокод Полканов, за который вы получите 450 тысяч. Вам всего лишь нужно вкачать уровень, просто берете, проходите квесты, максимально быстро качаете уровень и забираете бабки. Поэтому вводите мой промокод, вы реально не пожалеете. Ну а в этом ролике, пацаны, будет реально очень насыщенная просто серия, много будет полезной информации. Видосик получился длинный, но максимально интересный и полезный, поэтому посмотрите его от начала до конца. В этом ролике я вам покажу, сколько я зарабатываю на своем скилле, потому что вы меня очень сильно просили об этом вам рассказать. Я как бы проверил, поработал час. У меня, если что, 41 скилл дальнобойщика. То есть мы в этой серии посмотрим, сколько я вообще смог заработать денег и вообще прибыльно работать на таком скилле или нет. Я надеюсь максимально на вашу поддержку, на вашу активность. Подпишитесь просто, пожалуйста, на канал, потому что я очень сильно хочу 22 тысячи подписчиков до Нового года. Осталось буквально немножко, поэтому если ты вдруг меня смотришь без подписки, то, пожалуйста, подпишись на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Всем доброе утро, дамы и господа, сегодня у нас будет дальнобойщика. Кирилл, дальнобойщик, вас приветствует. Сегодня, пацаны, мы будем работать, будем зарабатывать побосики и, конечно же, качать скилл. Поэтому видосик будет довольно-таки интересный. В этой серии я планирую поработать один час на своем 41-м скилле и посмотреть, сколько я заработаю. То есть вы многие заходили там на стрим, у меня спрашивали, типа, а сколько ты зарабатываешь, типа, на этом скилле? Но я никогда не проверял, потому что я в основном катал короткие рейсы, чтобы быстрее вкачать скилл. Ну а сегодня я буду работать чисто на бабки, то есть посмотрим, сколько реально на 40-м скилле я смогу заработать за час. Я надеюсь, что вам этот ролик понравится. Давайте берите, ставьте лайкосики. Как минимум, вы должны набрать 150 лайков. Будет дальнобойщика выходит каждую просто субботу. Поэтому за это, я думаю, точно можно поставить лайк. Но в данный момент я сейчас заправляю свою бричку. И мы, в принципе, будем ехать, я думаю, работать. Сейчас быстренько бабки положим, получается, на банк, чтобы у нас было точное количество денег, чтобы мы знали. И будем работать. Полный бак заливаем сейчас быстренько, ебать, туда-сюда. Так, давайте поздороваемся с пацанчиком. Салам алейкум, ебать, салам алейкум, блять. Я, если что, только проснулся, пацан, немножко сонный, немножко так запухший, ебать. Поэтому не обращайте внимания. Кстати, да, сегодня видосик с вебкой, немножко поэкспериментируем, короче. Ну, потому что вы просили с вебкой записать, как бы я к вам прислушиваюсь, поэтому сегодня видос будет с вебкой. Так, ложим все просто свои деньги, которые у нас есть. Все, у меня теперь 0 рублей. Магнум у нас заправлен, у меня 41 скилл дальнобойщика, давайте я вам это продемонстрирую. Вот у меня 41 скилл. Так, поехали, сейчас сразу будем брать свой первый рейсик и будем просто ебашить, пацаны, ебашить именно на бабки. Я буду стараться брать не короткие рейсы, а брать именно рейсы, за которые хорошо платят. Бля, я не знаю, пацаны, куда поехать. Поехали в Лыткарино, ну типа на косарь больше платят, поэтому поедем туда, где больше платят. Я, пацаны, в принципе, скилл потихонечку качаю, надеюсь, то, что до Нового года будет уже 50-й, как бы сейчас 41-й, может быть, сегодня уже будет 42-й. Я, конечно, в этом не особо уверен, но возможно будет. Так, пацаны, время засекаем. Слэш тайм. 9:28 по моему времени. Вам, может быть, из-за вебки не видно, но, короче, 8:28, 9:28 по МСК, в 10:28 по МСК я должен буду закончить. Наш эксперимент начинается. Сейчас посмотрим, сколько я на своем скилле заработаю денег за час. Я думаю, где-то 1200-300. Честно, не больше. Потому что, ну, все-таки 40-й скилл, как бы, это не особо большой. Давайте, кстати, еще топ посмотрим, пацаны, куда же без этого. Так, по топу. Бля, пацаны, что вообще не работает, смотрите, блядь. Вообще никто не работает, куда? Куда все подевались, где конкуренция, я не понимаю. Ну, реально, мы вчера все топы забрали. И, походу, сегодня тоже все топы заберем, потому что конкуренции нету от слова совсем. То есть, я не знаю, что с ними случилось.
У нас уже 124 награды, пацаны. Мы компанию купили 15 числа, сегодня 17 число. То есть, грубо говоря, за месяц у нас 124 награды. Понимаете? Это просто уебаться можно, пацаны. 124 награды. Ебать его в рот. Сегодня будет где-то уже 130 наград. Это реально, пацаны, очень жестко. То есть, возможно, даже до Нового года мы сделаем 200 наград. Ладно, 200 не будет. Думаю, 170 где-то будет наград по-любому. Но если мы таким темпом... Мы вчера вообще все награды забрали, чтобы вы понимали. Прям все-все-все награды забрали. Хотя я даже вчера рейсы не катал, пацаны. Реально, я вчера даже не работал. То есть, я вчера, ну, после Бухича был. Я думаю, кто на стримах сидит, то знает. И как бы я вчера вообще не работал. И Максим тоже не работал. У нас даже замы вчера, блядь, не работали, понимаете? Ну, то есть, я тоже зам, по сути. У нас второй зам тоже особо не работал. То есть, у нас чисто пацаны катали по своему желанию. И они просто все топы забрали, понимаете? Я в ахуе просто. Бля, всем, пацаны, огромное спасибо. Даже сейчас, ебать, вот, пацаны катают, ебать. Я никого, ну, не просил никого катать вообще, типа, ну. Мы даже никого не заставляем катать, но мы все равно топы забираем. Так, вот, Арзамас 2, получается. Берем, 40-й скилл. Иди ко мне, малыш, ебать. Ну, реально, блядь, мы реально все топы забираем, хотя, ну, пацаны, мы вообще не работаем, по сути, ну, мы на расслабоне. Кто-то там думает, что мы там пиздец задротим, ну, блядь, мы вообще на расслабоне работаем. Мы даже никого не заставляем работать. Пацаны просто, ну, работают по своему желанию, и все. То есть, и кто там им не говорит, то, что ебашь, работай. По своему желанию просто пацаны работают, и все. И мы забираем топы. Я просто охуел вчера, реально. То есть, я вчера вообще там не катал. Я думаю, ну, многие видели то, что даже на стриме я не катал. То есть, и мы просто топы забирали, забирали, забирали. Я реально в ахуе, пацаны, был. Я еще целочку вчера на малом починил. Пробег уже 105 тысяч километров. Да, как бы не особо много, но, в принципе, нормально. Так, берем следующий рейсик. Я уже заработал в те времени 25 тысяч, кстати. Ну что ж, дамы и господа, на данный момент прошло уже 10 минут. И за 10 минут я заработал 50 тысяч рублей. Я считаю, очень даже неплохо. Типа, полтосик просто вот так вот. Ну что ж, короче, едем в Арзамасик. Пока что рейсы попадаются не особо прибыльные. Реально, типа, там всегда попадаются, знаете, рейсы 50-й скилл, 60-й скилл. А я такой с 41-м такой, блядь, блядь, что нахуй? Что делать, ебать? Поэтому приходится брать там рейсы 1-2 скилла. Ну, я беру, как бы, все, что есть, пацаны. Приходится брать все, что есть, поэтому едем сейчас на Арзамас 2. Надеюсь, то, что нам уже попадутся какие-то прибыльные рейски, там, по 20, по 30 тысяч. Ой-ой-ой-ой, Валера, ты не газуй. Так, надо еще радары не ловить, потому что такая темка, ебать, серьезная, блядь. Сейчас трафиков наловлю, потом минус права. Зачем оно мне надо, да, пацаны? Ну, вообще просто никто не катает. Я не знаю, что происходит, типа, но сегодня как бы пятница, видос выйдет в субботу, и как бы вообще никто не катает. Возможно, на выходных ситуация поменяется, но, ну, реально сейчас конкуренции просто вообще никакой нету. Я думаю, вы сами это видите, то, что, ну, реально уже второй день вообще конкуренции никакой нету. Нам это только на руку, по сути, потому что нам как бы надо, чем больше, тем лучше наград. Потом мы в конце месяца будем делать обмен наград, это будет 27 числа. То есть рассчитывайте то, что 27 числа будет обмен наград. Поэтому, кто желает, можете потом приходить. Скорее всего, на обмен наград я буду делать стрим. То есть, да, 27 число это понедельник. Кто желает заработать денег, можете приходить к нам на обмен наград, если что. Да и в целом, приходите к нам в компанию, потому что у нас как бы есть контракты. У вас как бы контракт есть на экране. Вы можете с помощью этого контракта зарабатывать хорошие деньги, если у вас личная фура. Даже если у вас не личная фура, вы тоже можете зарабатывать хорошие бабки, если будете хорошо работать. Поэтому все зависит, в принципе, только от вас. То есть вы реально можете прийти к нам в компанию на личке. Неважно вообще какая фура, главное, чтобы была личка. Там Газон, Магнум, Рено Т. Короче, неважно, пацаны, какая фура. Просто приходите, говорите, я хочу под контракт. Накатали лям за неделю, вам этот лям вернули. Накатали 5 лямов за месяц, вам возвращают 5 лямов и 3 ляма сверху. И плюс, кто будет реально охуенно работать, на обмене наград мы еще сверху бабок дадим. От себя чисто. Чисто от себя, ебать. Мы увидим, посмотрим реально, кто хорошо работал. И по самому желанию, тем, кто хорошо работал, мы еще сверху накинем бабок. Поэтому, пацаны, приходите там в компанию. Но надо реально работать хорошо, в принципе. Когда вас просят, надо реально работать. Там, я там кушаю, я там это не работает, пацаны. То есть, когда вас реально просят, надо ебашить. У нас, как бы, по сути, нормы нету. Но когда надо, вот, надо взять топ. Вы должны пойти, сесть на фуру и работать. Вот и все, пацаны. То есть, мы там никого не заставляем. Не хочешь работать, ну, как бы... Иди работай там на аренде, допустим. Просто как бы, ну, мы хотим собрать коллектив, который будет работать там. Мы не хотим там кого-то в рабство брать, знаете, ну, типа, заставлять работать. То есть, ну, если ты хочешь пойти к нам в компанию, ты должен понимать то, что если тебя попросят, ты должен сесть и идти работать сразу, чтобы мы там, допустим, топ забрали. Но я вам в целом, в принципе, объяснил нашу позицию в компании. Кстати, да, после обмена наград мы не планируем продавать компанию, то есть она останется, пацаны. То есть мы ее взяли не на один месяц,
и не на 2 месяца. Мы взяли ее надолго. Мы ее будем держать долго, поэтому можете не переживать. То есть, да, виноград будет, но как бы мы все равно будем как бы дальше работать. Тем более, у меня есть мотивация работать, мне нужно скилл качать. А самая лучшая мотивация, пацаны, это брать топы, понимаете? Знаете то, что я только что понял? То, что я катаю как бы на компанию. То есть, я реально тупо дул. Надо было себя катать. Но ничего страшного, в принципе, я думаю. То есть, я реально такой катаю, типа, потом смотрю, типа, я ж, блядь, на компанию катаю, типа, ну, деньги ж в компанию тоже уходят. То есть, мы те деньги, которые я заработаю сегодня на компанию, мы просто их приплюсуем. То есть, вот, давайте даже посмотрим. То есть, я сегодня рейсы не катал, я только начал. То есть, мы просто деньги, которые я катаю в компанию, мы просто их приплюсуем к тем, которые я заработаю себе на руки. Кстати, если вам интересно, пацаны, то можно будет взять у Мерикоса газончик с 3-м чипом и попробовать тоже на нем поработать час и посмотреть, сколько я на нем заработаю. Реально, мне кажется, будет интересно, поэтому если вам такая темка понравится, то напишите об этом в комментариях. Также насчет Рената я не забыл, пацаны, я запишу обязательно видео, просто пока что реально нету слотов. Может быть, если будет X2 донат, я закину бабки и куплю себе слот, потому что, как бы, ну, реально у меня нету слотов, у меня 3 машины, то есть мне реально нужно покупать слот, чтобы была, как бы, еще одна машина, чтобы было место. Поэтому про Renault T, пацаны, я не забыл, я тоже запишу про нее видео, я ее сравню с Magnum, потому что Renault T, как бы, пофиксили, и она сейчас, типа, какая-то там прикольная, имповая. Ну что ж, дамы и господа, вот я уже, получается, довожу последний рейс. Я немножко опаздываю на пару секунд, можно так сказать. Как бы время сейчас 9:28, то есть 10:28 по МСК. То есть, да, я немножко опаздываю там на пару секунд, но я думаю, ничего страшного в этом нету. То есть сейчас мы реально увидим, сколько я смог заработать. Но скажу, пацаны, сразу, то что мне попадались в основном короткие и дешевые рейсы, поэтому можно было реально заработать больше. Я думаю, на 1100 можно было заработать больше, но, к сожалению, какие рейсы попадались, такие и попадались, как бы. Я с этим ничего не могу поделать. Так, смотрим, пацаны, сколько в компанию я накатал. Я накатал 300 тысяч ровно, пацаны. За час я заработал ровно 300 тысяч рублей. Просто я повторюсь, пацаны, мне попадались не очень хорошие рейсы. То есть там Лесорубы Порт, например, вот такие вот рейсы были. То есть именно хороших рейсов было там, наверное, штук 5 за все время. Сейчас посмотрим еще, какой скилл я там, сколько я сделал. Где-то 30 рейсов, да, пацаны, я сделал за час. 20-30 рейсов я сделал за час. Итого, пацаны, я заработал 300 тысяч рублей. Еще хочу заметить то, что у меня Magnum без 3-го чипа. У меня стоит 1-й чип и нитро. То есть, если был бы 3-й чип, возможно, я бы заработал больше. Я надеюсь, то, что вам понравился данный видосик. И у меня есть такая еще, пацаны, идея, то, что можно еще записать видео, где я сейчас буду работать на ТК-шном Magnum'е. Если вам такая идейка понравится, то напишите об этом в комментариях. Если будет много комментариев, то я запишу. Вообще, напишите, вам нравится контент с дальнобойщиками, либо я его вообще зря снимаю. То есть, ну, вы актив вроде нормально показываете. На прошлом ролике было 170 лайков, то есть вам реально очень большое спасибо. И давайте на этом ролике тоже наберем, ну, хотя бы 150 лайков. То есть, если вам тема с дальнобойщиками нравится, я буду ебашить и снимать чисто там контент с дально. То есть там буду как-то экспериментировать, там что-то придумывать. Напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. Надо уже наконец-то добить 22 тысячи подписчиков. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.